И всем привет, ребят, с вами я, Натафья. Сегодня я вам расскажу, как настроить свою тяжку, чтобы она у вас летела безупречно. Но перед началом этого ролика я хочу, чтобы ты подписался на вот этот вот канал. Парень старается снимать годный контент, поэтому я надеюсь, вы оцените его труд. Ну а мы переходим к видосику. Погнали! Ну что ж, первое, что мы должны сделать, это зайти в настройки, которые находятся в правом верхнем углу. Там мы нажимаем первое, это чувствительность. Начнем с обзора. Почему с обзора? Потому что он первый. Вообще, что такое обзор? Обзор это, насколько быстро будете поворачиваться и насколько медленно. Чтобы его настроить, вы должны будете начать с 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. И когда вы поймете, что вы ее настроили, вы останавливаетесь и переходите к следующему. В таком же духе вы продолжаете 2х, 4х и регулятор. И когда вы там поймете, что вы все настроили, то вы как бы заканчиваете и переходите к следующему. Дальше мы переходим в управление. Там мы должны самое первое настроить, это кнопку огня. Кнопка огня тоже зависит от тяжки. Она, если ее как бы с ней переборщить, значит, оттяжка будет перелетать. Если не переборщить, то она как бы не будет попадать прям в голову. А если с ней ровненько как бы попасть, то ты будешь попадать в голову ровненько. И вы повторяете ту же схему, что мы делали в начале с чувствительностью. Начинаем только от 5. Дальше, 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 дальше. И когда вы поймете, что вы ее настроили, вы остановитесь. Ну а там уже вы настраиваете для себя, так сказать, удобство. Как вам удобно играть, так вы и настраиваете. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто остался на моем канале и досмотрел этот видеоролик до конца. И я вам говорю отдельное спасибо. И если ты новенький на этом канале, то обязательно подпишись, потому что ты, как мой новый подписчик, мне очень важен. Всем спасибо и всем пока!